Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Укреплению оборонного потенциала Нахчевана всегда уделялось большое внимание. Не случайно, по моему указанию, в Нахчеване была создана общевойсковая отдельная армия, оснащенная самым современным оружием и техникой. Могу сказать, что военная техника, находящаяся сегодня на вооружении Нахчеванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах, потому что в Нахчеван поставляется самая современная техника, основанная на новейших технологиях. Боеспособность Нахчеванской общевойсковой отдельной армии тоже на месте, и проведенная 3 года назад Гюнютская операция является наглядным примером этого. Мы очистили от армянской армии многие важные стратегические высоты, взяли их. Эти высоты позволили нам полностью контролировать стратегические коммуникации, а также дорогу, ведущую из Армении в Карабах. Наши возможности контроля за этой дорогой во Второй Карабахской войне помогли нам в получении многих сведений. Май 2018 года. Журналист Никол Пашинян пока что пребывает в эйфории от того, что в результате уличной революции он занял пост премьер-министра. Поэтому в то время он верил в свое всесилие, не стесняясь в высказываниях, танцуя в шуше и называя Карабах армянским. Азербайджан же терпеливо относился к подобной клоунаде и проводил плановые инженерные работы на Нахчеванском участке границы с Арменией. В Ереване по этому поводу не на шутку занервничали. На Нахчеванский участок границы тут же прибыли экс-министр обороны, ныне находящийся в тюрьме за хищение Давид Танаян, и бывший министр иностранных дел Зограб Нацаканян. И скоро после этого армянская сторона перешла к открытым вооруженным провокациям. Ставший позже знаменитым пресс-секретарь Минобороны Армении Арцурун Аванесян тогда открытым текстом пригрозил. Вооруженные силы Армении периодически предупреждали командование дислоцированных на границе Армении азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок, могут привести к нежелательным потерям. Только вот Арцурун спустя несколько дней после этого заявления сменил пластинку и уже в холодном поту оправдывался перед армянским народом. Провокации привели к тому, что гюнитская операция 2018 года, ставшая одним из самых успешных в поствоенный период, заставила Армению смириться с реальным положением дел. В результате этой операции более 11 тысяч гектаров территории Нахчеванской автономной республики и село Гюнют Шарурского района были освобождены от многолетней оккупации благодаря контрнаступлению азербайджанской армии. Стратегические высоты вдоль государственной границы перешли под контроль вооруженных сил Азербайджана. Таким образом, операция по продвижению линии обороны отдельной общевойсковой армии вдоль государственной границы на выгодные позиции увенчалась успехом. Поставленная цель была достигнута. Азербайджанские солдаты, водрузившие флаг на высоту Гызылгая, и сегодня стоят на страже безопасности нашей страны. Все они герои. Наиболее важным событием в ходе операции «Гюннют» стало взятие стратегической высоты Гызылгая, расположенной на высоте 1680 метра. Она позволяет контролировать село Гюнют Шарурского района и автомобильную дорогу Ереван-Ихигназор-Горис-Лачин-Ханкенди. В результате проведенной операции важный участок главной магистрали, соединяющий столицу Армении Ереван с югом Армении, а также уже бывшие оккупированные территории Карабаха и восточного Зангезура, перешел под полный визуальный контроль отдельных общевойсковых армейских подразделений в нескольких направлениях. Именно это стало одним из ключевых моментов в ходе 44-дневной войны, которая завершилась славной победой азербайджанской армии и освобождением территорий. Как участник операции «Гюнют» могу сказать, что мы сражались в очень сложном рельефе. У нас была задача – захватить стратегические высоты и удержать их. Мы смогли выполнить задание за одну ночь, и утром враг понял, что мы уже находимся на этих высотах. Тогда мы подверглись многочасовому, беспрерывному обстрелу, но, несмотря на это, азербайджанские солдаты с доблестью выполнили все задачи и удержали все занятые высоты. К сожалению, один из наших военнослужащих, Адель Татаров, пал в бою. В целях надежной обороны территории, повышения маневренности подразделений и обеспечения эвакуации с 2018 года было проложено более 50 километров новых дорог, а более 60 километров непригодных ранее дорог были восстановлены. Для обеспечения безопасного движения и функционирования подразделений в указанных районах проведены миноразыскные работы, выявлены и обезврежено более 1600 различных видов мин. Для организации надежной работы стратегически важной реки Арпачай на окружающих господствующих высотах были построены новые оборонительные позиции. И это не случайно. Сегодня в Нахчеванской автономной республике создан прочный фундамент государственно-армейско-народного единства.
Боевой дух личного состава, который чувствует на себе поддержку государства и народа, растет день ото дня. Приграничные населенные пункты Азербайджана надежно защищены. За короткое время освобождение почти 11 тысяч гектаров территории, захват стратегических высот, организация логистического обеспечения стали неожиданностью для армянской страны. Принуждение противника к выходу из укрепленных районов на протяжении многих лет, с одной стороны, ограничивало его боевые возможности, а с другой – отрицательно сказывалось на морально-психологическом состоянии его армии и общества. Несмотря на то, что официальные круги Армении стремились скрыть от общественности успешные военные операции азербайджанской армии, операция «Гюнют» вызвала панику во всей Армении. Последние без малого 30 лет официальный Ереван под разными предлогами отлынивал от миротворческого процесса, заставлял буксовать переговорные циклы. Не раз были случаи, когда Армения под надуманными предлогами покидала стол переговоров. Для Азербайджана это было неприемлемо. И события апреля 2016 года стали предвестником того, что чаша терпения Азербайджана наполнилась. А операция «Гюнют» еще раз показала Армении, что Азербайджан долго терпеть армянский саботаж не собирается. Азербайджан торпагларнын 30 ил ишкалда калмасынан шора. В ходе 30-летней оккупации азербайджанских территорий одними из успешных операций нашей армии стали события апреля 2016 года и операция «Гюнют». Благодаря «Гюнютской операции» мы вновь проверили на деле профессионализм и высокую подготовку азербайджанской армии, а также захватили стратегические высоты, позволяющие нам визуально контролировать дорогу Ереван-Горис. Конечно, такие победы привели к тому, что боевой дух азербайджанской армии еще больше повысился, что также стало одной из причин нашей победы во Второй Карабахской войне. Помимо этого, операция «Гюнют» показала высокий уровень координации между подразделениями армии. Успех операции «Гюнют» является следствием деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в создании профессиональной армии. Операция «Гюнют» также является подтверждением высокой подготовки азербайджанских военнослужащих. Сегодня материально-техническое обеспечение Нахчеванской армии, а также ее боеспособность и морально-психологическая подготовка личного состава находятся на высоком уровне. За последние 30 лет в Нахчеване были предприняты целенаправленные меры по обеспечению надежной обороны автономной республики. Было введено в эксплуатацию сотни объектов различного военного назначения. Сдача в эксплуатацию нового учебного центра является продолжением проделанной работы в области армейского строительства. Сегодня сплоченность, патриотизм и высокий боевой дух воинских частей и вооруженных сил на территории автономной республики полностью гарантирует надежную защиту и неприкосновенность азербайджанских земель. Вооруженные силы Азербайджана в Нахчеване оснащены самым современным вооружением. Все воинские части в автономной республике, особенно боевые позиции, расположенные в полосе обороны, коренным образом реконструированы. Созданы необходимые условия для образцовой организации несения службы. Реализованы комплексные мероприятия, которые привели к повышению боеспособности и морально-психологической подготовки военнослужащих. Сегодня людям в Нахчеване, благодаря отважным и профессиональным воинам, могут жить спокойно и безопасно.